Все, ребят, сегодня мы заканчиваем, наверное, потому что уже солнце село, как вы видели, только что. Мы сейчас поедем куда-нибудь на ночлег, и завтра мы, наверное, стартанем уже на рассвете. Вот. Но обязательно до Лос-Анджелеса мы будем добираться по этой дороге, по первому хайвею. Вот. И будем продолжать вот эти вот прекрасные кадры. Я надеюсь, все, что мы увидим, сможете увидеть и вы. Продолжаем смотреть. До встречи. We'll be right back.
ребятки, незапланированная остановочка, но мы просто в шоке, ради чего мы остановились, и чего мы сейчас весь с вами посмотрим, и чего мы вам покажем. Вернее, кого. Пойдемте. Вот такая остановочка, здесь очень много людей. Океан. А что они здесь все собрались? А мы сейчас пойдем и посмотрим. Ребята, это огромный пляж. Здесь лежбище тюленей или морских львов. Вот они лежат, они огромные. Закапываются в песочки, там кричат все это. Вот они валяются, отдыхают. Сколько же их много. Такие смешные звуки издают. Что-то хрюкает, кашляет. А тот выполз из океана и сразу лег спать. И так песочком обкидывают из себя. Ну смотри, самцы огромные просто. Чуваки. Нет, это самцы. Вот самочки с детишками. А вот с огромным носом таким, который болтается, вон там лежат огромные, это самцы. Смотри, самец, смотри. На самку все. Да. Поймал. А, он того прогнал, залез на него. Смотри, а другой на него сейчас. Смотри, смотри, у них там мах сейчас будет. Он прогнал его, смотри. И тот, смотри, сразу убегает. А сам, мне кажется, к этому. Смотри, смотри, он его опять сейчас прогонять будет. Так, хозяин не пускает. Еще меня скрывает. Потрясающе только что зрелище мы с вами увидели. Невероятно. Едешь по дороге, стоит указатель. Через 2 мили где-то будет пляж с морскими львами. Мы решили, конечно, повернуть. Их уже было видно, есть такие, это, скажем так, оборудованный пляж для них. Было еще несколько диких до этого. Мы их там уже заметили сразу и, конечно же, свернули. Я просто представить себе не мог, что можно вот так вот проехать и увидеть огромный пляж морских львов в дикой природе. Это не зоопарк, это, блин, дикая природа. Это вот берег Тихого океана, на котором лежат и загорают морские львы. Здорово. Приезжаем сейчас в городок Малибу, там сверху стоят дома разных, да, кинозвезд и прочих миллионеров. Такие здесь на самом деле. И, конечно, все в пробках утопает, как всегда, может, третий день в этих пробках в Калифорнии мы стоим. Ну, зато едем, смотрим по сторонам, что-то интересно. Дома, конечно, необычные разные, прикольные.